Всех приветствую в нашем автосалоне столицы. Сегодня у нас на обзоре такая вот красивая Mazda CX-5 в черном цвете. Автомобиль 2012 года выпуска, оснащен двигателем 2 литра на полном приводе. У него два владельца, небольшой пробег и отличное состояние. Салон автомобиля в идеальнейшем состоянии. Как вы можете заметить, дверные карты, пластик без каких-либо потертостей. Сиденья чистые, опрятные, просторный салон, просторный багажник, два комплекта резины. В передней части автомобиля также у нас все в отличном состоянии. Пластик идеальный, сиденья чистые, не просиженные, без потертостей. Ухоженный салон, кожаный мультируль, так же как новый. Все кнопки в идеальном состоянии. У нас отличная комплектация с двухзонным климат-контролем. Здесь такой вот джойстик для управления мультимедией, коробка-автомат. Два комплекта ключей. Штатная мультимедиа с таким вот экранчиком, кнопочка старт-стоп, датчик дождя, датчик света, кожаный мультируль, круиз-контроль, 4 стеклоподъемника, блокировка стекол и электрозеркала со складыванием. Здесь у нас удержание в полосе, помощь при торможении, курсовая устойчивость. Сейчас у нас двигатель запущен, работает идеально ровно, без посторонних шумов, можно сказать, его не слышно. Пробег у нас составляет 132 тысячи километров. Как я говорил, уже он небольшой для этого автомобиля. А если вас заинтересовал этот черный, красивый, практичный автомобиль, приезжайте к нам в автосалон «Столица». Он находится на Песочной, 48. Здесь вы можете провести на нем тест-драйв, посмотреть вживую. Также у нас можно приобрести любой другой автомобиль по системе трейд-ин, кредит, либо за наличный расчет. А на этом я с вами прощаюсь. Всем хорошего настроения. До свидания.